Всем привет! Вот хочу показать вам каюту на лайнере Коста Ламиноза или Люминоза. Вот такая каюта с окном. Это не иллюминатор, это окно на внешнюю сторону. Каюта где-то 13, ну от 13 до 15 квадратных метров. Большая двухспальная кровать, диван, кресло. Есть мини-бар, холодильник. Есть сейф, место для укладки багажа. Достаточно приличный шкаф, зеркало. Вот я снимаю. Телевизор, по которому идет постоянная трансляция различных каналов. Здесь есть и наше телевидение, планета. РТР, по-моему, называется РТР Планета. Также две камеры, которые показывают, что творится впереди по носу корабля и по корме. Вот такой туалет. Ну, туалет стандартный. В общем, душ. Обыкновенное зеркало. Ну, обыкновенный стандартный туалет. Вот такая хорошенькая каюта. Очень приятно. Действительно, это здорово. Вот с удовольствием можно в ней жить от 4 до 8 дней, до 15 даже. Такие круизы на Косте Ламинозе. Все, всем пока, всем привет, до свидания.